это то направление, которое нужно девушкам, женщинам, потому что многие дамы, скажем так, хотят танцевать, раскрыть всю свою женственность, всю свою природу. Не просто в каких-то пространствах, в каких-то клубах, а хочется быть в пространстве профессионалов. Почему бы нам не сделать школу для девушек, для, собственно говоря, для мужчин в том числе, которые могут и хотят танцевать уже в сознательном возрасте. Захотели и воплотили. Люди по-настоящему увлеченные, не боятся начинаний. Поэтому на базе школы спортивного танца «Вероника» появилось направление под названием «ПРОАМ». ПРОМ – это сочетание, когда профессиональный танцор танцует с любителем. Сегодня танцы профессионалов и любителей популярны во всем мире. Благодаря крепкому плечу опытного тренера, даже начинающие во взрослом возрасте ученики быстро осваивают необходимые навыки. Я, например, никогда не занималась даже хореографией. И, у меня вариантов нет, наверное, просто заниматься с кем-то другим. То есть занимаешься с профессионалом, получаешь результаты. Это классно, что ты в любом возрасте можешь заняться вот таким делом. Мне кажется, это очень хорошая возможность, в первую очередь для тех людей, обывателей, которые также смотрят, как зрители, телевизор, те же самые танцы. Это для них уникальная возможность, потому что в доступном режиме можно научиться танцевать. Я поразилась тому, что люди, которые не умели танцевать за какой-то короткий промежуток, научились этому, и это было очень качественно. ПРОАМ не имеет возрастных или технических ограничений. Все, что нужно, это желание танцевать и учиться новому. А потому это направление привлекает все больше людей, которые давно хотели, но не решались попробовать себя в парных танцах. Нам пришло очень много заявок, очень много пожеланий, и мы набрали специальную группу для взрослых девушек, леди, барышень. Женщин, тем, кому за 25, за 35. Те, кто, может быть, осуществил свою мечту, кто-то хотел прийти, попробовать подвигаться. Те, кто устал за время пандемии, за время новой реальности, сидеть дома. Вообще танцами я занимаюсь с 4 лет. Каких только направлений не было в моей танцевальной деятельности, но всегда была такая маленькая несбывшаяся мечта – это занятие спортивно-бальными танцами. Собственно, почему я в них и оказалась. Всегда мечтала танцевать, не было партнера в детстве, очень нравилось, вальс безумно люблю, вот эти вот все латиноамериканские, и решила попробовать в паре. Я считаю, надо идти за душой, если она просит, если есть желание, неважно, сколько тебе лет, 15, 20, 40, или больше, здесь есть и ученики гораздо старше, ученицы, то надо пробовать всегда, потому что красиво себя ощущать хочется в любом возрасте. Новая школа ПРОАМ в Челябинске получила название «Вероника ПРО» и организовали ее очень удачно, тоже профессионал и любитель. Чемпионка России, тренер и судья международного класса по спортивным танцам Вероника Бутузова и танцор направления ПРОАМ Надежда Лопатина. Действительно, есть потребность. Не только я хочу танцевать, да, и продолжать, а в моем окружении и в окружении, собственно говоря, также рядом со мной есть девушки, которые хотят танцевать и продолжать, собственно говоря, этот путь. Инициативная группа обратилась ко мне создать уже официально на базе нашего направления танцы для взрослых. Поэтому мы решили это попробовать, у нас получилось. И сейчас мы просто официально представляем сегодня наше промо, вечеринка, наша презентация, наше праздничное небольшое шоу, представление тренеров для тех, кто будет дальше заниматься этим направлением. Мне кажется, это очень интересно, мне кажется, хороший досуг, времяпровождение, вдохновение, красота, хорошие эмоции, которые сегодня очень-очень всем нам нужны. Сейчас мы слегка ограничены в получении эмоций, поездки, отдыхи. Здесь это очень эмоциональный заряд, который можем получить, и это здорово. Я с глубоким уважением отношусь к труду Вероники, потому что она действительно у нас флаг танцевального бизнеса и вообще подготовки молодых партнеров танцевальных.
Вот. И мне было вот просто любопытно и интересно посмотреть, что здесь происходит, и, может быть, даже принять участие в этом. Будущие танцевальные направления новой школы представляли, конечно, выступлениями тренеров и действующих спортсменов. Мне это интересно, я люблю танцевать, и что для меня лично здесь классно и здорово, это то, что я могу танцевать так, как я хочу. Когда я танцевал конкурсный танец, когда я был профессиональным спортсменом, я танцевал так, как хотели видеть судьи меня. В данный момент в Проаме я могу танцевать так, как хочу, так, как мне нравится, и получать удовольствие от того, что я делаю. Я считаю, что Челябинску это нужно, в первую очередь не Челябинску, а дамам, которые уставшие после работы, приходят к нам за положительными эмоциями, за энергетикой, которую мы им даем. Раскрывается, скажем, тренировка у меня по-новому. Я иногда в шоке, что даже девушки, женщины, которые занимаются буквально месяц, два месяца, делают такие вещи, которым я детям объясняю уже на протяжении там 2-3 лет. То есть у некоторых такое бешеное желание уже развиваться. Любая женщина, любая девушка, даже не танцевавшая ни разу, может сюда прийти и почувствовать себя королевой паркета. Это просто феерические ощущения, и реально это нужно попробовать. Я советую это попробовать всем. Чем больше танцев в жизни, неважно каких направлений, тем лучше, поскольку они помогают развить женственность, уверенность. Особенно парные танцы позволяют каждой девушке научиться правильно идти за своим мужчиной по жизни. Мне кажется, чтобы раскрыть всю свою женственность, всю свою природу, обязательно нужно владеть своим телом, знать его, понимать его в движении. И танцы, в принципе, любые танцы, неважно, будет это вот социальное направление, там, кандем, да, как девушка танцевала, любые танцы способствуют именно вот раскрытию этого. И каждой девочке очень рекомендую от души, правда, попробовать хоть раз. Но ни один спорт не даст столько красоты, сколько дают танцы, потому что это платье, это колготочки, это каблучки, это украшения, и вообще это очень красивый вид спорта. Поэтому я выбираю танцы. Гости быстро подхватили настроение наставников и вышли на танцпол. Легкая разминка превратилась в целый турнир бальных танцев, ведь в такой атмосфере невозможно стоять на месте. Не прошло и дня с открытия школы, как уже состоялось первое занятие. Кстати, на декабрь запланирована объемная программа, занятия групповые и индивидуальные, а также подготовка танцевального шоу, которое планируют показать совсем скоро в рамках рождественской вечеринки. И, наверное, лишним напоминать, что вечеринка эта будет танцевальная.